Так, всем привет. Сегодня у нас 12 марта. Очередной у нас обзорный лайв по поводу программы AmzaWiz. Рубик, приступай, расскажи о программе. Окей, всем привет. Я Рубик с AmzaWiz. Мы запустили новый сайт уже, полностью он работает. И у нас... Меня не слышно? Слышно. Нет. Мне отлично слышно. А то нибудь здесь постоянно слышишь. Слышно? В зуме, по крайней мере, точно слышно. Ясно. Окей. В общем, мы запустили все по-новому, и у нас обновились сервисы, и новый сайт тоже, и хотел показать. У нас из новых тулов есть keyword tracking. Эта опция новая показывает позицию по ключам. Как вот здесь видно. Все, что нужно сделать, это зайти в таблицу tracking position, добавить async продукта, добавить ключи и потом просто подождать, пока программа побежит и покажет результаты, все ответы по данному async. Мы взяли Garlic Press, наш любимый, и мы вот можем посмотреть, что показывают результаты, ответы по ключам, показывает нам volume из Амазона по броду и по экзекту, по словам, и показывает нам позицию ключа. Здесь у нас также есть опция по with URL, по super URL. Нажимаем только на кнопку, где написано copy. Можно скопировать, открыть, и оно открывает ссылку, по которой можете делать раздачи. И также здесь у нас есть manual URL, который открывает по этому ключу местоположение того продукта, который мы забили в сам трекинг. Best-seller rank трекаете? Best-seller rank? Да. Он трекает? Трекает best-seller, да. А где показан best-seller rank этого товара? Где показан? А, ты имеешь в виду здесь, где да, написано да. Best-seller? Вам завизу, без... вам завизу, да. Где-нибудь есть данный best-seller rank? На данный момент. Ты имеешь в виду это? Понятно. Это будет добавляться. Оно да. добавится автоматически. Ну, нужная вещь, потому что это кажется мелочь. На самом деле, если ты серьезный продавец, я вот на данный момент вообще не смотрю толком на ранки, на это, потому что это все прыгает. Краткосрочная перспектива уже неинтересна. Я смотрю да, там но... суточные изменения best-seller ранка, то есть я точно знаю свои цифры, цифры конкурентов, то есть мне важно 1500 у меня или 500, то есть там или 2500, или 10 тысяч. Да, для этого здесь есть кнопка, чтобы сразу перейти на меню URL, откроешь и посмотришь. Как ну, в любом случае, это, а если у тебя 50 товаров, понимаешь, то есть визуально это надо. 50 товаров ты сам не будешь сидеть и проверять. Ну, люди смотрят, нет, я имею в виду, то есть... Ну, даже 20 товаров, даже так. То есть не имеет значения 10 товаров. Можешь, да. То можно тоже будет добавить потом. Еще один фичер новый, который у нас есть, это индексация автоматическая. То, что нужно сделать, зайти в индексацию, потом добавить также async, добавить ключи. После этого мы идем в сам Amazon, переходим в наше приложение новое, которое обновилось, AmzaWiz 4, и нажимаем на тест indexation. То, что происходит, эта программа запускается и идет поиск по осину и по тем ключам, которые вы ввели, и оно показывает, индексируется или не индексируется, автоматическая индексация. После того, как это закончится, очень просто вы можете зайти также в этом же indexation checking, посмотреть те ключи, которые не проиндексировались в начале, время, и скачать Export CSV. Это помогает для того, чтобы проиндексировать, посмотреть, следить постоянно за теми ключами, что они не слетели, индексировать их в буллетах, в тайтле, в description, ну, как обычно все, и в search term, и... Ну, и конкурентов search-term. Можно также пробивать, правильно? Да, любой осин можешь поставить и все это делать. Она очень помогает. На данный момент я тебе могу сказать, как у меня это было, у меня просто вылетели... 4 буллета, я забил
те ключи, которые там были, проиндексировал, посмотрел, они вылетели, загнал их в Subject Matter, где можно было проиндексировалось, подняла продажи. Вот честно продала, как бы продажи поднялись на уровне, потому что я заметил, что это очень помогло, когда вот эта индексация запускается. После того, как индексация закончится, оно выдаст шаблон, и будет написано, что индексация закончилась. Еще, опять же, reimbursement репорты. Все то же самое, те репорты, которые мы так делали, мы делаем по возврату за инвентарь, проблемы. И на данный момент мы смогли открыть это на 18 месяцев. Получилось. Сейчас делает проверку 18 месяцев назад. Окей? До этого было 12 месяцев. Сейчас, получается, у нас 18 месяцев можно сделать и анализ своего инвентаря. Все так же, все подключение и все блоки, все одно и то же. Следующий фичер у нас программа для поиска ревьюеров. Тот, кто оставил ревью. Все то же самое. Заходим в Google Store, скачиваем приложение и ищем того ревьюера, который оставил нам Verify Review. Плюс оно сейчас находит тех клиентов, которые по купонам даже оставили нам не Verify Review, то, что раньше до этого не работало. Окей? Так что если вы пользуетесь автореспондером, посылайте письма своим клиентам постоянно, оно найдет того человека. Вот. Видишь, Денис, показывает, что MZV закончил делать индексацию, проверку. Угу. Можно заходить, скачать CSV-файл, посмотреть, какие ключи не индексируются уже, что нужно проиндексировать, чтобы оно подняло продажи. Следующий у нас фичер – это Search Term Extractor. Вытаскиваем Search Term конкурентов, которые можно и не заблокированы, и программа автоматически бегает и находит те данные, и выдает вам Search Term того конкурента, которого вы забили в сам сервис. Это из тех приложений, которые сейчас есть на данный момент у нас. И прайсинг. Маленько о прайсинге. Несколько опций у нас. Мы сделали скидку для твоей группы, Денис, за месяц 70. Сделали $50. Тут есть трек можно делать 600 ключей. Индексацию 600 ключей. Программу для ревью получают тут все бесплатно. Получают тут один отчет в год на возврат по проблемам с инвентарем. И один осильный в месяц можно открывать по Search Term. Плюс тут есть URL, этот супер URL. И есть опция посмотреть продажи за последние 2 дня. Это последняя опция. Все, кто подключается, могут зайти посмотреть свои продажи напрямую прямо отсюда. Не нужно заходить в сам Amazon. Ну, примерно все. Если у кого-то есть какие-то вопросы, что-то спросить вы хотели. Есть вопросы, матрос? Так, сейчас я соображу тогда что-нибудь. Давай я тебе скажу так. Делаем такой маленький бонус для Amazon Project. Да? Все, кто заходит сейчас и скачивают приложение по ревью в Google Store, в течение 2 недель оно бесплатно для всех. Оно постоянно будет жить. Кто купил, пользуется им сейчас. Да? Кто сейчас его скачет, оно сейчас бесплатно идет. Сейчас может зайти любой человек, кто слушает, у него есть 2 недели, скачать, и оно будет у него постоянно навсегда. Индексация также будет работать в течение 2 недель для всех там. Потом, кто захочет, сделает апдейт на любой пакет, который он видит на сайте, может подписаться. Ссылочку тогда скинь в чат. Что скинуть? Ссылку на то, что... Твоя ссылка, она там же и стоит. Да я понял. Где я... ты поставил? Надо... На Amazon Live. А, ты имеешь в виду на... Ну, сейчас я сейчас найду тогда ребятам, чтобы это... Потому что здесь я ссылки никакие не оставлял. Это по ревью. Объясни, что за она даст более подробно. То есть можно найти ревьюера, попробовать, поискать. Да, того клиента, кто оставил вам отзыв, Verify, и те, кто не Verify, по купонам, когда вы им раздавали, вы можете их найти, связаться с ними, решить эту проблему какую-то, которая у вас есть, если они оставили плохой, негативный отзыв, написать им, поговорить и попробовать, как изменили этот отзыв. И, ну, ты сам знаешь, Денис, я с тобой там говорил, в основном это... 80% получается. Я видел у меня это, я с этим работаю постоянно, и
меняем единицы на четверки, на пятерки, на тройки, получается, поменять у нас. И приложение бесплатное в течение 2 недель. Может любой скачать без проблем. Программа была протестирована, больше чем 30 человек ее тестировали, и на данный момент после этого еще записались там еще около 50 человек. Сейчас где-то находимся 80 плюс человек, которые пользуются сейчас данной системой. На абонентской плате, и у всех есть свой выбор, он может выбрать, какая ему больше подходит ему пакет, и с этим работать. Вроде вот этот, в Chrome, который, да, у нас получается? Да, да. 2 недели, но бесплатно всем, как мы делаем бонус такой для твоей группы. Каждый может прийти и скачать бесплатно в течение 2 недель и пользоваться пожизненно приложением по поиску ревьюера. Также те, кто захотят зайти и сделать только репорт, только отчет за последние 18 месяцев, они могут зайти и воспользоваться твоей же ссылкой. Будет стоить им $40 сделать проверку инвентаря за 18 месяцев. Все так же. Они могут зайти, сделать логин, потом зайти в reimbursement report и зарегистрироваться, и оплатить. Потом отчет им придет, они могут подать этот отчет в Amazon и получить какие-то фидбэк от Amazon, посмотреть, если можно получить свои деньги назад. Да, я деньги получал. Первый раз получил, да. Хорошо. Не помню сколько, но помню, больше, что... чем 300 мы получили тогда. Помню, что хорошо, да, второй раз... Что-то практически там ничего не пришло, ну, значит, уже... Ну, это зависит от того, какой, ну, какие проблемы есть. Да, да, период, да, времени еще там небольшой был, то есть просто через, да, какой-то период... Те, кто торгует мало, там 3 месяца, 6 месяцев, у них там 10 продаж, не приходите, не делайте. Кто торгует хорошо, оборот хороший, приходите, пользуйтесь, конечно, мы только за. Потому что если у вас 10 продаж, то мало вероятности, что будет какой-то там возврат за 2-3 единицы и... за последние там полгода там, да. Но я не говорю, что он не может быть, но тоже... Да там даже непонятно. Я вот смотрел, у меня продаж было очень много, я как раз взял 3 месяца, а практически ничего не пришло, потому что там еще и подгружается в Amazon очень долго все. То есть там не факт, что даже у меня этого товара нет, просто мне кажется, он не подгрузился нормально. То есть просто на будущее отложим, да и все. По максимуму я знаю, что у нас вот были люди, которые делали эти репорты. Самое много, что получилось... вернуть назад с одного аккаунта, это было где-то 25-27 тысяч долларов, что сделали одному человеку. Так, расскажи нам, какие планы там? Автореспондеры, что там у вас еще будет интересного? Интересного еще будет, автореспондер будет, да, он тоже будет у нас в разработке. И еще новые фичеры, которые, не хотелось бы сейчас просто говорить, что они будут в ближайшее время, но мы... работаем над этими, чтобы поднять именно продажи, эффективность и чтобы то, что влияет на. Ну, пакеты подорожают, они будут входить в них или подорожать? Это будут отдельные сервисы. Я понял. Значит, подорожают. На данный момент вот эти суммы, то, что сейчас есть, это для PR-группы. $50, $80, $180. Каждый выбирает тут свой план, который... У нас есть план, который free вообще. Там 20 лордов можно трекать. Бесплатно, кому-то надо, так, давай быть, тогда, так как я в этом больше всего пользуюсь кейвордами, по кейвордам у тебя спрошу. Так, сейчас открою экран. Чтобы... Так, у нас, значит, экран... покажи мне трекинг, кейворд-трекинг, как он выглядит. Давай. Вот он трекинг. Показывай. Кейворд-трекинг, первый у нас. Да. Это ключ, понятно. Wallboard. Откуда берутся, да, эти данные? Volume эти exact. Данные берутся... Эти, да. Volume, Broad и Exact, они берутся из ядра Amazon. Они у нас напрямую идут оттуда. То есть это прям чистые запросы, которые делают покупатели на самом Amazon, получается? У нас есть человек, который работает в Amazon, программист. Один из команды, который знает, как это сделать. Понял. То есть те же Амзеваны, они не точные, у вас точные. Я не буду говорить тебе за Амзеван и за все остальное, я тебе могу сказать то, что есть, знаешь, что это есть. Понял. Второй вопрос. Второй вопрос это знаешь, что значит, Broad Exact чем отличается у вас? Точное, неточное соответствует. Я смотрю цифры, некоторые разные, некоторые. То есть прямо это, да, как она, именно точно соответствует, не точно, да, соответствует. Да, анализирует, да, то, что было за последние 30 дней,
Оно выдает эту подачу и показывает несколько раз в день обновление, что именно вот и именно идет то, что с Amazon. Именно вот это оттуда оно это тянет. Я бы посоветовал немножко по дизайну скорректировать график, такой глобально не надо. Ну, то есть поменьше можно, а то уж. Поменьше? Ну, да, на больших экранах, мне кажется. Наоборот, мне говорили, люди побольше сделай, а то мы хотим побольше. Не, ну хочешь побольше, нажми на него. Мне нужен список, нахрена, мне что эти графики смотреть? Вот, я смотрю просто динамик там. А это там столько крутить, вертеть. Не, ну я тебе говорил, Amazon оптимальный. Хочешь, нажал. График я, в принципе, вижу. Я на цифры смотрю. График мне нужен как историю. Я где был, зад, вперед, назад. Ну, вот тебе показывают позиции здесь, когда ходишь над всякими точками. Но когда так просто получается на экране. На экране раз, два, три, четыре показателя. Сколько я крутить буду? У меня сотнями эти ключи. Это я что, сидеть буду это крутить? То есть я даже не смогу проанализировать, какие ключи. То есть, ну, тут я не знаю, ну, два раза. Забил ключи, и все, и дал бы программе побежать, она показывает мне все. Нет, она обновляется еще. Я понял, мне не очень удобно. Ладно, это уже вкусовщина. Мне однозначно это, я не знаю, для слепых, может быть, там, или для кого-то это, но точно мне не очень удобно. А, второй момент. Насколько точно? То есть, вот я сейчас, например, треку там на сутки отстает в реальном времени. Сколько в день можно? То есть 10 раз зайду каждый раз в реальном времени, или насколько будет отставать? 4 раза в день она показывает тебе трек. То есть 4 раза в день он обновляется, правильно? Да, плюс волюм, плюс... Каждые 6 часов получается обновление. Ну да, если делишь 24 на... Понял, ну то есть получается по большому счету отставание максимум 6 часов. Все да. Ясно. Народ, давайте, какие там вопросы есть. Сегодня у нас программа была, я забыл, что у вас вообще вскрывает эти серверы конкурентов, китайцы там рассказывали как раз. А PPC? Я бы про них не хотел бы говорить. А PPC? PPC это будет в будущем, да. Понял. Не, ну я просто не так знаю. Так что для тех, кто скачал приложение AMZ with Chrome для ревью, во-первых, всем нужно зайти на сайт, сделать логин, потом в самом приложении, когда вы будете в Амазоне, нажимаете на приложение и делаете логин с тем же Gmail аккаунтом, то, что вы сделали на нашем сайте. И приложение будет работать. Они привяжутся, да, как они? Да, они привяжутся и будут работать. Так одна индексация работает. В принципе, все. Если у кого-то будут вопросы, могут написать в support. 24-48 часов мы отвечаем. На 3 языках, можно и на 4, как бы без проблем. И давай вопросы там у кого-то еще, кто-то хочет спросить. Да, может, сейчас я экран закрываю. Что-то интересного. Да, ну, мне кажется, все понятно. Что, программа простая. У нас, еще раз повторяем, трекер. Открываются серверы конкурентов. Да. Соответственно, что еще там? Индексация автоматически, да, чтобы не сидеть и тыкать свои остинные кейворды, каждые 600-700 ключей загнал в программу, нажал на кнопку, ждешь, чем-нибудь другим занимаешься, оно тебе выдает отчет, смотришь, какие ключи слетели, не слетели, пытаешься синдексировать, поднимаешь продажи. Все отлично. Программа для ревью, тут есть репорты. Кто берет пакетч, может больше делать раз. Такой вопрос нажимать. У меня, знаешь, какой? Вот у нас давай. Есть трекинг. В трекинге есть, предположим, эти же самые ключи. Ну, тогда получается, это то же самое, они дублируют друг друга, правильно же? Где? Трекинг. Ну, в трекинге же тоже видно, какие индексируются ключи, какие вываливаются, по логике. Здесь, в трекинге? Ну, естественно, то есть ты забиваешь... У нас есть Asin. Трекинг показывает нам график, движение, все остальное. Ты говоришь, некоторые ключи вываливаются из индексации. В трекинге он в течение 6 часов, то есть через 6 часов, если он вывалится из индексации, то же самое получается. То есть они дублируют другого, так что ли? Вот здесь вот. Те, кто после 300, вот здесь видишь ранг написан? Угу. Видишь ранг? Да-да. Те, кто после 300, тебе нужно проверить. Вот здесь видишь, после 300 есть. Угу, я понял, а там до 300, правильно? Ну да, как и это. Да. Все, вопрос нет. Я так понял, вопросов больше ни у кого нет, да. Не только у меня. Всем все понятно, все было. Да, все было емко, все емко и четко.
обычная программа, которая нам помогает оптимизировать. Поднять продажи, да. Оптимизировать именно кейворды, чтобы знать, где... Сам могу сказать, много людей, кто пользовались, они изменили свой рейтинг и продажи у них поднялись, потому что они не постоянно делают индексации, не постоянно следят за ключами, не постоянно делают отчеты, которые тоже важны, иногда получать деньги, которые они даже не знают, что им полагается. Было такое много раз. И опять же, работать с клиентами, customer service, находить того, кто оставил ревью, дергать серч-терм конкурентов. Это тоже все полезно, чтобы знать, что и как. И я думаю, что эти все фишки, которые у нас есть, они очень даже помогают и поднимают продажи. Тут написаны все, сколько ключей можно поставить, индексации, сколько ключей можно поставить. Все есть, все планы написаны. И цены как раз не очень такие высокие, именно для тебя, для группы мы спустили цены тоже. Так что, если у кого-то есть вопросы или что-то, всегда мы здесь, вы можете написать нам, обратиться. И я думаю, что много людей, кто хотят спросить, могут написать. Ну, в принципе, все. Да, в принципе, под постом тогда. По большому счету. Скинь свой этот самый, да, чтобы к тебе обращались. Ну, тогда, значит, до новых встреч. До четверга. Да. Всем. А ссылку-то куда кинули? Ссылку. Ну, в принципе, ссылка есть. Я ее скину сейчас под постом. Таблица. Я скинул вот на эту, на ревью. А, так, да. Ссылка есть в таблице инструментов справа в описании группы во всех. И там, соответственно, есть программа Yamzavis Review. Называется эта программа. Ну, именно приложение, да. Которое в Chrome. Да, так что в течение 2 недель могут все скачать бесплатно это приложение. Попробуйте, поиграйтесь, понравится будет. Я считаю, надо всегда давать месяц, полмесяца, чтобы разобрались и поняли необходимость. Да, поэтому оно бесплатно навсегда будет для всех. Мы решили так, потом кому-то понравится очень, они могут прийти посмотреть еще остальные сервисы и воспользоваться ими, конечно, поднять свои продажи. Все ясно. Все, ну на этом.